Здравствуйте. В руках у меня удилище МИР длиной 3,6 метра с тестом 110 грамм. Я уже не первый раз ловлю именно на эту модель. Считаю ее очень универсальной, потому что у нее очень большой тест для удилища 3,6 метра. И ей можно ловить практически везде. Я использую это удилище, когда я ловлю не очень далеко. В дистанциях примерно до 40-50 метров, когда нужна большая кормоемкость кормушки и нужно забросить очень точно. Вот сейчас у меня стоит 60 грамм, и примерно 60 грамм здесь помещается, то есть примерно 120 грамм. Удилище разработано таким образом, что нижняя часть, то есть комель, очень жесткая, а верхняя часть более мягкая. За счет вот этого строя удилище очень посылистое. В отличие от удилища 3,6 до 80 грамм, кстати, на него делал обзор Сергей Гебель, это удилище оснащено более мощным хлыстом, больше 3 мм. За счет мощного бланка и мощного хлыста достигается необходимая мощь, которая позволяет забрасывать тяжелые кормушки, либо кормушки большой кормоемкости. Фидер оснащен комбинированной ручкой из ЭВА и прессованной пробки. Очень надежная прессованная пробка, которая прослужит очень-очень долго. Ее не надо никак обслуживать, она очень долговечная. Хороший материал для фидерного удилища, ну и, конечно, ЭВА. Я считаю, для фидерного удилища ЭВА – это просто лучший материал, который можно только придумать. Его достаточно протереть тряпочкой, и можно заново ловить. Катушка-держатель на этом удилище привычный многим рыболовам. Самый простой, надежный, который прослужит очень долго. Хочу заострить свое внимание на кольцах. Это современные кольца КР-серии. Первое кольцо здесь стоит двухлапое, для того, чтобы была надежность, чтобы лак не трескался. Это очень правильное решение именно первого кольца двухлапого. Остальные кольца однолапые, чтобы бланк разгружался равномерно. Такая расстановка колец делает бланк достаточно легким и очень быстрым. Фидер очень хорошо сбалансирован. Ручка, по мне, так правильного размера, которая позволяет сделать хороший хват при забросе тяжелой кормушки. То есть ручка специально сделана таким образом, чтобы можно было, не вкладывая большие усилия, забросить кормушку большого объема. Я уже достаточно много проловил этим бланком на многих водоемах и могу с уверенностью его порекомендовать тем людям, которые будут ловить на течение тяжелыми кормушками недалеко от берега. И второй вариант, который практически всегда я использую, это ловля на дистанции до 50 метров кормушками большой кормоемкостью. За счет строя не нужно прилагать огромные усилия для того, чтобы забросить кормушку. Удилище буквально само выплевывает кормушку на ту дистанцию, которая вам нужна. Это удилище производится у нас в России, и у нас на канале есть отдельное видео, как эти удочки собираются. Смотрите это видео на канале Donaef Media. Это отличный инструмент, и самое главное, им очень приятно ловить. С вами был Юрий Сипцов. Смотрите Donaef Media.